Берем гриб-веселку. Сырье является действительно очень ценным. Разрезайте гриб и вот так вот аккуратненько очищаете желе вместе с кожицей. Убираем волосы, очищаем лицо и начинаем наносить маску. Обыкновенными движениями, не один раз уже опробовано, маску я наношу на все лицо, в том числе и зону глаз. И кроме того, еще остатки можно, конечно, использовать в зону шеи. Нанесли маску, прошли 20 минут, ощущение такой подтянутости, они усилились, смыли. Как обычно, дальше все это лицо промакивается. Чудо-маска.